Этот день для жителей четырех деревень Куюргазинского района стал настоящим праздником. Долгожданное голубое топливо пришло в дома сел Ямансарова, Ямангулова, Янгиаул и Горный Ключ. На торжественном пуске газа в деревне Ямансарова присутствовали представители районной и местной администрации, ООО «Газпром Межрегионгаз Уфа», филиал «Кумертаугаз» ООО «Газсервис» и жители деревни. Глава администрации Куюргазинского района Ахат Кутулахметов поблагодарил жителей за терпение, а представители подрядчиков за проделанную работу. Это долгожданный газ мы ждем, начиная с 2011 года, и вот заканчивается 2012 год, считанные дни остаются. Поэтому, дорогие друзья, разрешите еще раз вас поздравить с сегодняшним праздником и наступающим новым 2013 годом. Желаю вам всем крепкого-крепкого здоровья, счастья, успехов, а нашим строителям тоже здоровья, и чтобы нам давали побольше дешевого газа. Приятно, когда дома тепло, уютно. И у каждого жителя получается жить еще лучше. От лица всех жителей четырех деревень, ставших потребителями природного газа, слова благодарности выразила и глава сельского поселения Бахмутский сельсовет Нурия Шарипова. От имени населения я хочу поблагодарить руководство республики Рустам Закиевича Хамитова, руководителей «Газпрома». Много здесь было, кто работал, вот сами помните, тюменская бригада. Приехали ребята в жару, помните? В шлепанцах, в шортах они были. Потом уехали, переоделись. Ну сколько они здесь работали, пока они обещали, пока газ не подадим, не уедем. И так и получилось. До конца они здесь с нами были. И в холоде, и неудобства. Спасибо всем огромное. И наступил торжественный момент, ознаменовавший новый этап в развитии деревни и района в целом. Символический огонь зажгли заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром Межрегионгаз Уфа» Рамиль Ахмадеев и глава Куюргазинского района Ахат Кутулахметов. Праздник продолжился народными гуляниями, и 20-градусный мороз не стал тому помехой. Елена Камская, Владимир Кузьмин. Новости.